Когда-то давным-давно я покрасил вот эту раму из баллончика флуоресцентной краской. Получилось не очень. Такая-то она пятнистая, не очень красивая. Сине-зеленая с элементами красного. Потому что изначально рама была красная. Потом я начал красить сначала, по-моему, в желтый цвет, потом в синий. Краска сыграла и превратилась в зеленый. И теперь эта рама уезжает на покраску к мастеру. Посмотрим, что получится. А вот рама, крашенная в черный матовый цвет, которая была зеленая. Здесь вообще другой сплав алюминия. И здесь вообще нет таких пузыриков. То есть я вот долго-долго смотрел. То есть это сначала пескоструй, потом просто один слой. Вот здесь дефект, да, видно, какая рама была закоцанная. А потом один слой. Плохо тут, конечно, видно. Просто один слой черного матового цвета. И здесь нету таких пузыриков.